Сейчас к другим темам. До 300 миллионов рублей планируют распределить до конца года между сельхозтоваропроизводителями Башкортостана. Гранты из бюджета республики предназначены для кооперативов, созданных на основе доходогенерирующих проектов. Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Претендующим на господдержку владельцам частных подворий следует разработать проект по увеличению доходов за счет слияния ресурсов нескольких хозяйств. Например, небольшие стада объединить в одно, создать цех по переработке молока и наладить сбыт, пояснили в конкурсной комиссии. Заявки рассматривают еженедельно. Победителей выберут по числу баллов, которые набрал проект по ряду критериев. После этого они должны начать выполнять то, что они заявили. Они должны создать кооператив, начать делать проектную документацию, оформлять те помещения, на которые они рассчитывали. И только когда они будут готовы дальше, они получат деньги, естественно. Деньги – это важная, но одна из составных частей. И только за нее отвечает государство. Но все остальное – проектирование, строительство, работа, технологии, кадры – сырье и, самое главное, сбыт лежит на людях. Срок реализации проектов – 1,5 года. Максимальная сумма на один проект – 3 миллиона рублей. В числе самых популярных направлений – сбор и переработка молока, плодоовощной продукции, а также создание скотобоя.